Чистота фасадов – залог привлекательного облика всего городского округа. В рамках месячника по благоустройству управляющая компания «Жилищник» приводит в порядок цоколи жилых домов в микрорайоне Левобережный. Отмывают стены от накопившейся за зиму грязи и пыли. При обнаружении трещин и сколов штукатурят и только потом наносят свежее покрытие. На один такой многоэтажный дом необходимо около 50 килограммов краски. Не во всех домах мы производим окраску. Где-то цоколь хороший, и мы согласовываем с председателями, что окраска не нужна, мы просто его тщательно промываем, и все. В каких-то домах цоколь плиточный. Там покраска вообще не предусмотрена. За день управляющая компания «Жилищник» привела в порядок 6 домов на улице Совхозной.